Лада Приора протаранила сегодня в Старомосколе карету скорой помощи. От сильного удара скорая перевернулась. ДТП произошло на проспекте Молодежном около 4 часов дня. По свидетельству очевидцев, Лада не пропустила спецавтомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. По сообщениям очевидцев в соцсетях, за рулем легкового автомобиля была девушка. В результате ДТП произошло опрокидывание автомобиля скорой медицинской помощи, в котором находилась 24-летняя пациентка со своей матерью. По предварительной информации, в медицинское учреждение был доставлен фельдшер, мужчина 85-го года рождения. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства совершения данного дорожно-транспортного происшествия.